конференц-зале правительства Омской области состоялось заседание областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних. Началось мероприятие с благодарности в адрес специалистов, работающих в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей. В это лето основными местами времяпрепровождения юных омичей стали лагеря дневного пребывания, загородные детские оздоровительные и палаточные лагеря, туристические походы, экспедиции, прогулочные группы. 205 тысяч несовершеннолетних омичей провели лето с пользой для здоровья. Свыше 646,5 миллионов рублей потрачено областным бюджетом на эти цели. Свыше 3000 детей до конца года будут оздоровлены в детских оздоровительных учреждениях различных типов. Просьба еще раз к новому сезону, сейчас к осеннему сезону, внимательно посмотреть все, что у нас есть, и принять все меры. Значит, по осеннему оздоровительному сезону посмотреть все те лагеря, где у нас будут рядом с дорожным транспортом, пешеходные переходы, еще что-то, все присмотреть, чтобы были все флаги, размещение, сопровождение детей. Еще раз, все-таки осенний сезон уже в летний прошел, все расслабились, подводим итоги, но прошу внимательно после наступления от МЧС и МВД внимательно посмотреть на осенний сезон. На заседании были вручены награды победителям областного смотра конкурса «Лето детям» в сфере оздоровительного отдыха. По 5 номинациям вручены награды. Почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области отметили работу 8 лучших детских оздоровительных учреждений и 16 лучших организаторов детского отдыха и оздоровления Омской области.